Библейский портал экзегет.ру представляет. Здравствуйте, братья и сестры, все любящие чтение Слова Божия. Мы продолжаем с вами исследование книги Иова на библейском интернет-портале экзегет.ру. И сегодня мы с вами рассмотрим 25 главу. Отвечал Вилдат Савхиянин и сказал — Держава и страх у него. Он творит мир на высотах своих. Есть ли счет воинством его? И над кем не восходит свет его? И как человеку быть праведным перед Богом, и как быть чистым рожденному женщины? Вот даже луна, и та не светла, и звезды нечисты перед очами его. Тем менее человек, который есть червь, и сын человеческий, который есть моль. 25 глава состоит всего из шести стихов. Это ответ Вилдада Иову, который говорил о том, что он не сотворил Иов такого греха, в котором обвиняют его друзья. Мы помним с вами, что Иов — это прообраз Господа и Спасителя Иисуса Христа. Фарисеи на протяжении всей жизни, и книжники, и саудукеи, они искали, в чем обвинить Христа и в чем его уловить. Но мы знаем, что в Священном Писании сказано, что Он был подобен нам во всем, Христос, кроме греха. Также здесь в словах Вилдада, в общем-то, есть, как мы и говорили ранее, доля правды, потому как у зла нет своего бытия, то есть дьявол берет повод от заповеди и извращает ее, Поэтому Вилдат говорит о том, что Бог велик, и все находится в Его промысле. И есть ли что-то чистое, то, что может сравниться э, с Богом, то есть есть ли какая-то чистота, которая может сравниться с Богом? Конечно, нет. Ну, с этим никто и не спорит, и Иуф не претендует возвыситься над Богом. Он просто говорит о том, что те грехах, которых обвиняет его, в общем-то, у Иова нет. И он, видим, что Вилдат отвечает на вопрос, то, что как человеку быть праведным перед Богом и как быть чистым рожденным, держава страх у него у Бога, нет счет воинством, вот луна и даже звезды, они нечистые перед Богом. Итак, видим, что поскольку не получается доказать виновность Иова, пытается унизить того, то есть Иова сравнением. При этом сам того не замечая, что, в общем-то, возносит хвалу Иову, ибо в том состоит явление величайшего личного достоинства, когда человек уступает в состязании в добродетелях лишь самому Богу. Вот по этому поводу пишет Иоанн Златоуст, цитата, он говорит, Вилдат говорит, да, нет отсрочки для мужей-грабителей, однако он утверждает обратно тому, что происходит, ибо отсрочка есть. Но он говорит это, чтобы возразить Иову. Конец цитаты. Мы помним весь этот разговор прежний в 24 главе, когда Иову старались внушить эту мысль: что якобы, если человек бедный, его постигает бедствие, значит, он отступил от Бога. Но Иов говорит: ну, смотрите, и богатые, в общем-то, не терпит никаких бедствий, этих примеров множество он приводит. И тут, тут Вилдат старается как бы унизить его. В то же время как бы исправляется, говорит, что есть отсрочка у грабителей, но все равно он не получит какое-то свое воздаяние, что, в общем-то, соответствует некой мере правды. И далее вот святитель Иоанн Златоуст еще рассуждает и толкует этот текст следующим образом. «Ибо как будет смертный и праведен перед Богом, он...» По всей необходимости карается, поскольку Иов говорит: Я хотел прийти в суд, и хотя не согрешил, все же терплю кару. Белдат отвечает ему, что нет праведного среди людей. Ибо как будет возможно, говорит он, что если только один праведник, поэтому зря ты требуешь суда и расследования, конец цитаты. Но на самом деле его здесь поступают мудро: он требует суда и суда не человеческого, а суда Божия, как сказано в книге Священного Писания у псалмопевца Давида, «Господи, как, как страшно попасть в руки человеческие, лучше мне попасть в руки Божии, потому что человек всегда осудит неправедно, а Бог, как судья праведный, всегда осудит правильно. Поэтому страшно попасть в руки человеческие, и в человеческий суд, а в суд Божий нет». И Иов как бы здесь это говорит. Преподобный Ефрем Сирин пишет э, по поводу, что и звезды нечистые, и луна, цитата, «Действительно, звезды сами не управляют, временами своей властью. Но знает время вставать и согдиться согласно божественному закону, установленному для них. Действительно, тот механизм, который Бог завел, то есть движение планет, системы, они находятся в подчинении Богу. То есть это творение Божие. Но, к сожалению, мы знаем, что есть люди, которые поклоняются твари, то есть творению вместо Творца. По этому поводу, например, Моисей, в книге Второзакония, 4 глава, 19-20 стих, мы находим у него такие слова, цитата. «И дабы ты, взглянув на небо, увидев солнце, луну и звезды, и все воинство небесное, не прелестился и не поклонился им, и не служил им, так, говорит Господь Бог твой, уделил их всех народам под всем небом. А вас взял Господь и увидел вас из печи железной, из Египта, дабы вы были народом его уделом». То есть в книге Второзакония и в 18 главе мы находим, что всякий человек, поклоняющийся звездам, поклоняющийся, вызывающий мертвых, есть мерзость перед Богом. Вот что по этому поводу пишет, например, Блаженный Августин о звездочетах. Цитата. «Что касается их всевозможных разглаголствований о влиянии звезд и их мнимых опытах астрологической науки, то мы всемерно должны охранять от них чистоту своей веры». Так пишет это вы понимаете сразу, о чем здесь идет речь. Речь идет о астрологии. И блаженный Августин предупреждает нас и говорит, что и звезды, и луна, и все небесные светилы, они подчиняются Богу-творцу, и это есть лишь его творение. Поэтому всякий человек, прибегающий к астрологии, как пишет в книге Второзакония, мерзость перед Богом. И вот блаженный Августин так и говорит, что от них необходимо охранять чистоту своей веры. Под новыми словопрениями, продолжает Блажен Августин, они стараются устранить в нас побуждение молиться, и в худых, заслуживающих справедливого порицания, делах с нечестивой извращенностью располагают обвинить скорее Бога, Творца Звезд, чем человека-преступника. Конец статы. Действительно так. Как Вилдат говорит, что и звезды нечисты. Это всего лишь творение. Все творение, оно после грехопадения человека стало подвержено тлению. Поэтому здесь Блаженный Августин призывает и говорит о том, что, смотрите, как пишет, от них необходимо охранять чистоту своей веры, потом говорит, они препятствуют нам молиться. Почему препятствуют молиться? Что мешает молиться, если человек занимается астрологией? А то, что этот человек верит в судьбу. Так зачем молиться, если все прописано, если уже судьба, и никуда не денешься, вот звезды так расположены. Они стали, как сказано в послании к римлянам, они стали поклоняться твари вместо Творца. Вот апостол пишет Павел в послании к римлянам. Можно открыть и проследить. Это будет первая глава. Первая глава. Э, сейчас, да. с 20... С 20 стиха, да, 20 стиха, вот, пожалуйста. Ибо невидимые его вечные силы, его и божество от создания мира через, видимо через рассматривание творения. Так что они безответны. То есть, когда мы рассматриваем творение Божие, мы понимаем, что все настолько закономерно, так что люди не найдут ответа на страшном Божьем суде, потому что, видя во всем порядок, они уверовали в беспорядок, что все произошло в результате хаоса, и стали поклоняться звездам и творению. Дальше говорит. Называя себя мудрыми, они обезумели. И славу нетленного бога изменили в образ подобным тленному человеку и птицам, и четвероногим присмыкающимся. Мы знаем, кто там и скорпионы, и рыбы, четвероногие присмыкающиеся, то есть все эти знаки зодиака. И далее говорит, то и предал их Бог в похте, сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела. Они заменили истину Божию ложу и поклонялись, и служили твари вместо Творца, который благословен вовеки. Аминь. Смотрите, какие дальше будут от этого последствия. Потому предал их Бог по стыдным страстям. Женщины их заменили естественное употребление противоестественным. Подобные мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга, мужчины на мужчинах, делая срам, получая в самих себе должное воздаяние за себе заблуждение. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство. Так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, коростолюбия, злобы исполнены зависти, убийства, распри, обмана, злонравия, злоречивые, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы. Они знают праведный суд Божий, что делаешь такие дела достойны смерти, однако не только их делают, но и делаешь одобряют. Пожалуйста. Вот какие могут быть последствия для тех, кто поклоняется звездам, которые нечисты, как говорит Вилдат, и в этих словах действительно много правды. На самом деле, можно у многих отцов найти подобные выражения обличений у Максима Грека, и у, Тер... у Тертуляна учителя церкви, но скажу, что астрология используется для определения и истолкования, как мы знаем, судьб стран, народов, а также и наилучшего времени, например, для поездок некоторые советуются, даже составляют какие-то там отдельные, я знаю, платятся а это серьезные средства, чтобы когда решать какие-то финансовые вопросы, финансовые операции, когда жениться, не жениться, подходит ли по гороскопу, если не подходит, это целая катастрофа. Да. Итак, на самом деле гороскопы сегодня, они уже не точны, даже с точки зрения науки. Вот то, что касается движения звезд. Вот, например, есть цикл вращения Земли. Мы знаем, что все эти гороскопы они разделены на 12 домов. 12, домов еще разделены на 3. Но смотрите, что произошло. Сейчас многие люди, которые верят в гороскопы, составляют гороскопы, они взяли за основу теорию Птоломея. А Птоломей жил 2000 лет назад. Птоломей, между прочим, верил, греческий философ, который первый дал вот такое системное приложение, скажем так, или руководство для составления гороскопов, гороскопов, он, представление у него было следующее, что Земля в центре, а Солнце и все остальные планеты движутся вокруг Земли. А потом он не учитывал очень многие законы, которые есть сегодня, например, закон прецессии равноденствия. Он не учитывал о том, что есть, например, определенное вращение цикла Земли. Ну, например, цикл, есть цикл прецессии Земной оси. Точка весеннего равнодействия перемещается со созвездиями назад в круге эклептики. Отсюда термин прецессии. 12 знаков зодиака первоначально соответствовали 12, 12 созвездиям с теми же названиями. Но в результате прецессии, как я уже сказал, за прошедшие 2000 лет созвездия сместились на 30 градусов небесной сферы. Это пишут исследователи, астрономы, ученые. Это значит, что созвездие Девы сейчас соответствует знаку весов, а созвездие весов со знаком Скорпиона и так далее. Таким образом, если человек родился 1 сентября, астрологи, согласно Птоломеевской теории, которую они берут за основу и до сих пор и пользуются при составлении гороскопов, астрологи говорят, что он родился под знаком Девы. Положение Солнца в этот день соответствует знаку Девы. Но на самом деле Солнце в этот день находится уже в созвездии Льва, согласно закону прецессии смещения оси, оси земной за 2000 лет. Таким образом, этот закон игнорируется многими, закон прецессоров равноденствия, и вся астрология превращается не в что иное, как в шарлатанство. Но люди, которые заказывают для себя эти гороскопы, это люди весьма суеверны, доверяют свои финансы, ладно, там финансы, свою жизнь, да, родиться, не, разводиться, не разводиться и прочие вещи. Например, в 1991 году римская газета по сыра» печатала дискуссии между астрологами и астрономами в ходе которой ученые поставили перед предсказателями еще один любопытный вопрос. Как составить гороскоп для людей, родившихся на севере, у полярного круга? Дело в том, что в течение многих месяцев небо над головой полярников лишено традиционных астрологических планет. Они находятся ниже линии горизонта. Получается, что родившиеся в северных районах оказываются лишенными каких-либо черт характера и, как результат судьбы, Подобная дилемма так и осталась, без вразумительного ответа <coughs> астрологов. Или еще, например, например пишет наш астроном, исследователь Сурдин. В. Сурдин, цитата, «Положение знаков Зодиака смещено относительно созвездия примерно, как мы уже сказали, на 30 градусов или на одно созвездие. Связано это с тем, что канонические правила астрологии, установленные 2000 лет назад в трудах древних греческих ученых, с тех пор в результате перемещения земной оси относительно плоскости Солнечной системы явление прецессии системы небесных координат сместилось относительно звезд. Поэтому сейчас, когда Солнце находится в звезде Тельца, астрологи считают, что оно якобы находится в звезде Близнецов и дают совершенно неточные прогнозы. Конец цитаты. Пожалуйста, посмотрите, если некоторые люди претендуют, что астрология — это какая-то наука. Ничто иное астрология, ничто иное, как бесовское заблуждение о котором блаженный Августин говорил и предупреждал, что эти астрологи, они мешают нам молиться. Действительно, чего просить, если все движется, и мы как винтик в этом механизме движемся по этим звездам. Нельзя молиться звездам и упрашивать их о чем-то. Поэтому Вилдат, в принципе, в его словах действительно есть доля правды. Он так и пишет, и так и говорит, вот даже Луна, и та не светла, и звезды нечисты перед очами Бога. Нельзя верить и поклоняться творению вместо Бога творца